общем, это еще один такой парк, в котором при входе нарисованы разные тропы. Тропы разные, обозначены разными цветами. И вот идешь по стрелочкам. Тропы вот такого вот вида очень довольно такие обустроенные, несложные. Многие с детьми приходят. Обязательно в начале, конечно, тропы туалет был. И помимо парковки еще кемпинг-сайт. То есть такая парковка для тех, кто остается на ночь. В машинах, в трейлерах, в своих палатках остаются с ночевкой. Ну, неплохо здесь, наверное, с ночевкой будет. Тем более, что здесь ночи теплые. А, правда, аллергия меня, конечно, тут убивает. Даже здесь вроде пыльцы нет, а все равно у меня прям не переставая. Вот погода сегодня приятная, не очень жарко. Наконец-то. Было плюс 34 вчера, а сегодня вроде плюс 29. Немножко по-божески. Но пока не сильно ощущается. Ощущается 11:30 утра. Идем. Было сейчас смешно. Идем с Чипом. А впереди нас пожилая пара. И я, ну, с палочкой такой специальной, чтобы ходить для хождения. Мужчина идет впереди нас. А там грязно. Мы стоим, ждем, пока они пройдут. И тут мужик подскользнулся, чуть не упал. И, ну, соответственно, помог себе палочкой удержаться, удержать равновесие. Но так как он чуть не упал, у него было резкое движение, он так вдруг Чип стоял на него, смотрел, после этого резкого движения как залаял на него. Видать, испугался, что мужик с палкой сейчас атакует. Мужик даже не знал, что мы сзади были. Повернулся, у него такое лицо было. Вот мы туда идем. Да, еще другие тропинки. Даже написано, где парковка, в какой стороне. Песочек.
рыбки. Вон рыбка. Вот она, вот она. По всей тропе, чтобы не заблудились. О, какой. Чепужарка. Пятняшечка. Чип. Порди. Вот мы и у машины. Наконец-то. О-о-о. Мы шли где-то... What time is it now? Three. So we work, what, 4 hours or something? Yeah. No, около 4 часов ходили. Чуть меньше, чем 4 часа. Жарко. Вот мы на парковке. А это вот народ сидит. Вот, вот. Много достаточно. Вот это возвращается с тропы. В общем, очень цивильненько.